В Казахстане первый президент – личность неприкосновенная, которую нельзя оскорблять, критиковать и тем более высмеивать. За это можно поплатиться свободой и даже жизнью. Казалось бы, ни один художник в стране не взял бы на себя смелость нарушить это табу и изобразить смелые карикатуры на лидера нации. Дерзкий вызов запрету бросил молодой алматинский художник Бисен Сырыхан. Он создал ряд ярких портретов Нурсултана Назарбаева в актуальных современных образах. Это и суперзлодей вселенной Джокер, и злая птичка в виде ельбасы, и даже постаревший смайлик, в чертах лица которого легко угадывается лидер нации. Расскажи, почему ты решил рисовать именно нашего лидера нации? Потому что он популярен. И мне он нравится, как кумир. Ну, а ты когда рисовал, ты понимал, что у нас в Казахстане никто не рисует ельбасы? Да, понимал. Но все равно решил рисовать. Как это ни странно, но немногословный Бисен Сырыхан вообще не интересуется политикой. Закончил Алматинское художественное училище, его направление – живопись. Парень рисует в основном на заказ. А вот карикатуры на Назарбаева он начал рисовать еще год назад и только недавно опубликовал их в интернете. Свое творчество Сырыхан не считает вызовом в адрес президента, в работах не видит ничего преступного. А вот то, что картинки с ельбасы вызовут такой широкий резонанс в обществе, их творец и не предполагал. А ты ожидал, что будет такая реакция? Нет, не ожидал. Я свою работу выкладываю в ВКонтакте, у меня есть своя группа, Бисин называется. Ну там, конечно, мало подписчиков, но все равно там заходят, будут оставить комментарии, ну, разные. Соотечественники искусства оценили по достоинству. Веселые картинки в одночасье разошлись по социальным сетям на заставки и аватары. Бисена хвалят за оригинальность и смелость. В каждой карикатуре молодому человеку четко удалось ухватить черты прототипа. Остается надеяться, что у Нурсултана Назарбаева есть чувство юмора, и на художника не начнутся гонения. Ведь пожизненный диктатор давно известен своей нелюбовью к критике. Thank you.